Здравствуйте! Сегодня я приготовлю быстрый завтрак. Это у нас будет каша. Очень и очень вкусная. Что мне понадобится? Хлопья овсяные, апельсин, банан, мед, в кофемолке перемолотые семена льна, 2 столовые ложки хлопьев, заливаем кипятком, можно водой, а можно и молоком. В это время разминаем один банан вилкой. Бананы очень хорошо разминаются вилочкой. С половиной апельсина выдавливаем сок. Вторую половинку апельсина мы почистили и порезали на небольшие кусочки. Итак, овсяные хлопья у нас разбухли. Добавляем до банана. Добавляем 1 чайную ложечку льна, перемолотого в кофемолке. И по вкусу добавляем мед. Пол апельсина сок. Перемешиваем. И сверху выкладываем апельсин. Очень сытная получается каша. Поверьте, и очень полезная. Кушайте по утрам такую кашу и будьте здоровы. Готовьте и радуйте своих близких и друзей. Заходите в гости еще. До свидания.